Итак, у нас на повестке дня датчик, точнее выключатель фонарей заднего хода. То есть утром рано подъехал, задний ход сдавать, а фонари не горят. В общем, почитал интернет, как проверить, что-то проблема у нас с проводкой до фонарей или самим датчиком. Мы для начала залазим под капот. Не снимал я аккумулятор, ничего. Датчик находится вот в этом месте. На коробке вот отверстие под датчик, с него скидываем клемму, берем, включаем зажигание и сюда ставим перемычку, замыкаем контакты, при этом загораются у нас фонари заднего хода. Помощник видит, что они горят, значит, с проводкой у нас все в порядке и с лампочками, значит, виноват сам датчик. Вот. Дальше. Чтобы снять датчик, все-таки снять аккумулятор. Вот. Взять коленчатый ключ на 19 и кое-как измудриться скрутить. Он там буквально чуть сдернули резьбу и дальше на турки пошел. Все-таки лучше, наверное, использовать удлиненную головку. Ну тут тоже измудриться. Это у меня бачок держит. Сюда бачок сделал. Поэтому, у кого нет кондиционера этого бачка в таком виде, думаю, будет все проще. Вот. Дальше берем уже датчик, он под завальцованные края. Ставил его в оправку. Вот. От молотка ставил и тут отверточкой и кернышком развальцевал. Ну, какое-то время пришлось помучиться, чтобы что-то выломалось. В общем, разобрал его. Дальше, что у него внутри? Внутри у него следующее. Вот. Здесь пружинка с двумя контактами. Вот. Как в интернете почитал, что, скорее всего, это просто нагар на них образуется, на контактах. И, соответственно, тарелочка прижимная. Я половинку уже пошкрябал, так сказать, нулевочкой. Вот. Тут что у нас? Сама тарелочка, резиновая мембрана и там тоже пружинка, одной рукой неудобно, толкатель, пружинка. Вот. Причем, судя по замасленности мембраны, она мне сначала выскочила, благо смотрел, куда все отскочило. Мембрана со стороны масляная, тоже вот шток такой стоит. Ну и там, соответственно, шток с пружинкой остались. В общем, что планируется? Почистить контакты наждачечкой, нулевочкой, так скажем, там 500-ка, тысячная. Вот тарелочку, видно, что она такая подгоравшая, как бы прогретая. Вот. И почистить эти контакты. Ну вот и посмотрим, вылечим мы эту проблему или нет. Ну, соответственно, самая проблема, наверное, будет все это завальцевать, чтобы это адекватно работало. Я пока не узнавал, сколько стоит этот выключатель. Решил попробовать отремонтировать. В общем, посмотрим дальше. И вот сейчас при зачистке очень хорошо видно контактную. А вот точка контакта, наверное, не будет видно на камеру. Одна точка контакта, вот она на самом краю, есть. Черная. То есть, может быть, предполагаю, что достаточно было покрутить, снять этот выключатель и толкатель, провернуть вокруг своей оси, чтобы провернуть тарелочку на новое место контакта. Может быть, это и помогло бы. То есть вот такой, может, кому поможет. Вот, завальцевал, так скажем, молоточек. Вот, повторной разборки уже не выдержит. Отвалились части. Уп. Вот такая вот. Ну вот попробуйте, не разбирая, вот этот шток покрутить. Может быть, заумнеет. И не надо будет разбирать и чистить. Ну еще посмотрим, как давно должно работать. По идее, там вот этот нагар, эти точечки просто не замыкали контакты. И еще при съеме ставится шайба. Повнимательнее, чтобы не потерять эту шайбу. Надпись. Так, надпись.
значок Deo 96 19 20 77. Еще может быть кому-то понадобится. Вот глубина головки сейчас показывает 31 миллиметр, то есть около 28 миллиметров глубину посадка головки должна быть. Но опять, пройдет ли в головке вот этот вот штекер. Результат. Еще раз показываем, где стоит датчик. Вот смотрим под этим толстым патрубком, смотрим глубже. Вот он датчик. Вот с него снимаем клемму. И вот тут он выкручиваем, да? Вот он датчик на коробке. Да? Ну вот сейчас вставил ключ зажигания, повернул, зажигание включено, заднюю передачу включил, все, загорелось, все работает.